Семеновка порадовала нас своими трофеями, своей природой, своей красотой. В Семеновке можно не только порыбачить, но и отдохнуть душой и телом с друзьями. Вот такое доброе утро нас сегодня встречает Семеновка. Вот такой красотой. Дома сидишь, этой красоты не видишь. Как всходит солнышко, как дает энергию. Надеюсь, сегодняшний день нас порадует трофеем. Мы ради этого и едем. Красота! Вот мы и на водоеме. Уточки. Хищник гоняет, прячется возле травы. Малька гоняет. Эх, покидать бы сейчас спиннинг на хищника. Да я еще не разложился. Красота-то какая. Самое лучшее, это когда я уже закинулся, а тут приехали друзья и выгружаются. Это самое лучшее наблюдать. Где? Да, да. Мясо не прячь сразу. Вон чай стоит уже, все. Мясо сразу прячь. Да? Съедим? Тебе не достанется. Давайте выгружайтесь, ну, скучно было. Ну да. Ну что, поговорим? Шмурди целый автобус, ну. И рыба. Пока нет, будет. О, о, тазики пошли. Хорошо тебе? Мне прекрасно. Это хорошо. Ты скоро пузатик лопнешь. Нет, это все комок не ровно. Понятно. Я уже ставлю. Телефон, кружку, батя. Час мы уже выгружаемся, как прошел, никак не выгрузимся. Мы чай пили. И кушали, мясо опять ели. Володя у нас с диваном приехал, он выгрузил диван, сейчас ляжет и будет лежать, да? А как вы думаете? Ну вот так. Я лентяй по жизни. Да. Из-за ленивых людей идет прогрев. Ну да, они придумывают все. Чтоб не работать, надо что-то придумать, такое, чтоб не работать. Ну да. Один за одним, да. Красота. А там еще кто гоняет в такую ночь.
разжигаем костер, да, Сереж? Сейчас будем ребрышки свиные жарить. Вот такой рыбацкий у нас лагерь. Володина палатка. А там ребята заряжаются. И у нас поклевочка, ребята. Паровоз. Ну вот и подошло время. О, что оно у нас потемнело что-то. Но все равно будет съедобное. Как пожарим, так и съедим, да, Сереж? Как же рыбалка без шашлычка? Жарим ребрышки на костре. Оп. Так что как-то так. Как вам сегодняшнее мясо? А что, у вас мясо еще есть? А ты что, уже съел, что ли? У меня уже нет. Мясоед. На, кушай. Положи. Сереж, ну как? Мясо вкусное? Да. Сань. Лучше не бывает. На природе всегда все отлично. Да. Отлично от чего? От чего? Ну что, ребята? Да мелочевки наловили. Так, килограмм по 10. Вот это рыбка! Так что вот так вот. Хорошенький, да? Ну да. Да я не знаю сколько. 8-10, да? Где-то? Ну десятками. Охренеть можно. Так что у нас вот такой трофейчик сегодня. А у нас поклевочка, ребята. У нас поклевочка. Опа! Все, сидит. Сидит рыбка. Ребята поплыли снимать. Рыбаки. Опа-на. Ну давай. Ну, в общем, вот так, ребята. Да, вот он. Поклевочка. Давай, вторую скорость включай. Опа, попустил. Сейчас мы его. Давай. На дальние поплывки клюнуло. Ну что, у нас, видите, пацаны, какой Сережка, уже вторая щучка. Ну, килушечка больше даже, да, кило, 100 кило, 200 где-то, молодец. О, видишь, на силиконку, да, взял? Ну вот, так что вот так у нас рыбалка продвигается. Раз щучку поймал, сейчас мы толстолоба поймаем, да? Давай. Зазывает рыбу. Шаман. Почему-то лебеди пролетели вместо рыбы. Да. Ну что, пацаны, вот трофейчики. Приходите, рынок Колос, город Николаев, 134-й контейнер. Октябрьский плантон, Богоявленск сейчас он называется. И вот таких трофеев ловить. Так что как-то так. Heartbeat, no soul in my body.
Спасибо Семеновке за эмоции, за трофеев, которые здесь я поймал, за ту радость, которую я почувствовал. Вот это Семеновка, ребята. Так что как-то так. Спасибо озеру, спасибо. Ну что, ребята, очень довольные рыбалкой, очень. Нам понравилось, друзьям понравилось, мне понравилось. Что, 1,16 килограмм, 1,11,300. И там у нас получилось 3 штучки, да, 3 штучки, ну такие до 5 килограмм. То есть не маленькая рыбка, хорошая. Вот, планктон хорошо работал, до 4, до 5 часов даже на волне стоял. Но это из-за того, что, во-первых, 110 грамм он, диаметр 52 миллиметра. А во-вторых, он по холодной воде же, он дольше стоит. То есть вода похолодала, уже купаться как бы не каждый сможет. Так что вот такие вот дела, ребятки. До новых встреч! До новых рыбалок, до новых ощущений, ребята. Во, класс.